Доброе утро всем. Город Таллин. По-моему, 4 августа 2017 год. По времени у нас 7 часов 22 минуты. По градусам 11 жары. По бензину 11.15. Вот, точнее, 1 евро и 15 центов за литр 95-го. Приехал я с отпуска. Отъехал, даже не знаю, 6, 7, 8 тысяч километров. По дороге туда я получил большое удовольствие, по дороге обратно не очень. По причинам: первое, мчался, выехал на день позже, мчался. Во-вторых, со мной ехал родной брат моей мамы, дядя. И, как оказалось, я понял, что я должен путешествовать один. Раздражает все. В очередной раз я понял, что я как бы в таком отдыхе единоличник. Но, по крайней мере, убедился, что проблема во мне, а не в людях. Доехал, довез родственника нормально до Таллина. У нас сегодня уже третий день здесь. Много удивительных вещей показал. Особенно самая удивительная вещь — манера вождения в городе. Когда был в Молдавии, в Кишиневе, я буду говорить об отпуске, наверное. Видео тоже заснимал. Манера вождения в Кишиневе — это не дай Боже, не дай Боже людям попасться туда. Особенно центр города. Да и не только центр города. Людей больше, машин больше. Ты тут здесь едешь в Таллине, наслаждаешься ездой. Хотя мне говорят, что у нас в Таллине не самое культурное вождение. Точнее, культура вождения не особо развита в Таллине. Угу. Вы в Кишиневе ездили? Вот вы поймете, что такое культура вождения. И плевать, что у вас иностранные номера. Наоборот, еще больше азарта назвать вас дураком, ну, посигналив, раз у вас еще иностранные номера, чтобы в панику попали. Так, температуру поймал хорошую, искупался в Черном море, даже не окунул ноги, а я реально искупался. Видео будет, но я не буду делать, наверное, все-таки сделаю, повырезая оттуда что-то, сделаю это, как его называется. Ну, есть задумка, как я это сделаю, потому что лепить, как 2 года назад, я так не буду. Что-то еще хотел сказать. А как бы главные или кульминационные моменты у меня есть там на Инстаграме, в Фейсбуке, в профилях ВКонтакте. Потому что фотографию делаешь в Инстаграме и скидываешь и на Фейсбук, и на... Ну, ВКонтакте, на личный профиль. Я не знаю, у меня ссылка, по-моему, там на группу. Ну, кто хочет, посмотрит. Что-то удачно вышло, что-то неудачно. Видел Карпаты, видел Татры, видел кодры молдавские, пожил 3 дня в деревне, ну, село пусть будет. Иногда такие моменты я видел, что задумываешься о том, что, может, действительно валить надо из города. Ну да, так, мимолетные, секундные. Секундные мысли. Сегодня первый рабочий день. Вчера случайно нажал на иконку в телефоне почты. Пришло столько писем с работы. Я, честно, испугался. Позвонил, спросил, а что делать? Мне сказали: не бойся, половина сделана. Что это значит, что половину придется мне делать? Пустили у меня пораньше с работы, 2 недели назад. Кстати, смотрите, у нас муниципальные выборы на носу. Везде эти лица умных людей разных партий. Голосуйте за нас, мы самые правильные. При том, что каждый. Уж не знаешь, как из этих всех правильных, кого правильного выбрать. Поеду прямо, потому что пробка какая идет влево. Хотя я сегодня выехал из дома довольно-таки так рано.
устал чуть-чуть. Честно говоря, даже соскучился немножко по работе. Хочется что-нибудь начать делать, потому что я реально ничего не делал. Просто отдыхал, гулял, ехал. Ехал я до упора, в том смысле, что садился за руль, и не так, что там 8 часов я отдыхаю. Ехал, я говорю, наслаждался. Я туда поехал один с большим наслаждением, потому что водить машину, не гнать именно там, а именно вести машину с той скоростью, которой тебе хочется. Да, там на автобанах можно 130, да, ты едешь там 100-110. Да, в горах ты там не сможешь разогнаться. В некоторых местах ты можешь там 70-90, а по большинству 30-40. Когда ты едешь по этому серпантину, о какой скорости можно говорить? Но именно, как он называется, в кайф все это было. Любимая музыка. Обратно пришлось немножко так уже гнать, потому что реально хотел приехать в субботу. Потому что было неважно, в субботу, вечером, ночью, именно именно в субботу хотелось. Спаться дома. Такое видео, ну, просто. Что все хорошо, отпуск удался, Таллин будет. Будет и не Таллин. Подуставший. Физически. Не физически, а как его, внутренне. Опустошенный последними, не знаю, четырьмя днями, когда выехал в четверг рано утром, и вот. Так, а всем я пожелаю чего? Спокойной недели, мира, добра и уважения друг к другу. На дорогах осторожно, осторожно.